нашей школе сегодня мы принимаем гостей регионального музыкального фестиваля «Лира-2022». Много-много лет она в стенах нашей школы звенит, поет, голосит именно в эти дни. Каждая школа могла подготовить один номер или два, или даже три, потому что у нас три возрастных категории существуют. Начальная школа 7-10 лет, среднее звено это 11-13 и 14-18 лет. Это та возрастная категория, когда уже голос, конечно, отличается. Да, он уже практически взросло звучит. Наш фестиваль уже который год имеет название «Творим вместе». Нам очень понравилось, детям понравилось это название, педагогам, потому что каждый учитель музыки, а это фестиваль прежде всего работы учителя музыки округа, может попробовать себя в разном направлении. Также у нас существует синтез искусств, когда вы можете, ну, например, какое-то театрально-музыкальное действие показать на сцене. Это тоже пользуется таким интересом. Русская народная песня, хоровая песня, детская современная песня. Огромное поле для творчества детей. Единственная цель нашего фестиваля – петь вместе. Мы возрождаем традиции, хоровые традиции детской песни. Это очень важно сейчас, потому что Россия всегда славилась своим хоровым пением, своим многоголосием. И сегодня мы многоголосие тоже услышим. Наш фестиваль является непрофессиональным. И любой вокально-хоровой коллектив школьной самодеятельности может принять участие в нашем фестивале. Вот в этом, наверное, его уникальность. И, например, сегодня, в 2022 году, в фестивале принимает участие 438 детей. Это достаточно большая цифра, и это здорово. 26 вокально-хоровых коллективов, 23 педагога, учителя музыки принимает участие. Конечно, все-таки мы должны услышать мелодию, интонацию. Но самое главное – это отношение и тот образ, который несет ребенок со сцены. И то счастливое состояние, когда ты поешь, а тебе аплодируют.